магазине Toys R Us, или же кто говорит Toys R Us, во Франции. И я решила сегодня провести такое мини-турне по магазинчику на кукол Monster High, Барби и других марок. Поэтому давайте посмотрим, что ж тут есть. Подробнее я вам расскажу о моей охоте на кукол номер 2 во Франции. Так что ждите скоро видео. Ну а мы начинаем мини-турне. Поехали! И первое, что нам представилось, я такая... Шок, сенсация, это новые куклы. В общем, это куколки DC Super Hero Girls. То есть это девчонки-супергерои. И у них, кстати, очень правдоподобные пропорции, надо сказать. Мне очень нравится Харли Квинн. Она прям такая необычная. Прикольные очки, все очень интересно. Другие девчонки, Bad Girl и другие, тоже очень милые. Весь этот огромнейший и длинный стеллаж заняли одни куклы Барби. И здесь их безумное количество. Давайте же посмотрим. А здесь другие. Например, супергерои. Что-то Маттел постоянно делает супергерои. Ждем Monster High супергерои. Еще один огромнейший стеллаж. А здесь куклы. Фэшениста с разной пропорцией. Высокие, толстенькие. Нет, пухленькие, вот так вот скажем. А, маленькие, в общем, разные. Так. Здесь аксессуарчики. Ну а теперь мы идем, мне кажется, к самому интересному. Это стенд с Monster High и Ever After. Поехали. Так, ну во-первых, я вижу Descendants. Двойные наборы, другие куколки. Также пошли Винкс, а вот это куклы Ever After High. Конечно, не густо, всего лишь три варианта. Серии Way to Wonderland, Kitty Chef, Apple White и Madeline Hatter. И давайте смотреть Monster High. Мы видим большой такой стеллаж достаточно, но, конечно, меньше, чем Барби. Итак, давайте же посмотрим, какие новинки приехали в этот магазин Toys R Us. Итак, что я вижу? Довольно новая кукла. Здесь она появилась впервые. Год назад это Твайла из Фридли Шик. Клодин я не вижу. Это раскупили. Ну что, красивая кукла. Также есть дизайнер Бултик. Она без шарнирных рук, но зато к ней набор прилагается много интересных вещей. Также я вижу Cool Getaway. И прикольное самое, сейчас вам расскажу. Это... Маника Дикей в одной коробочке. Она выпускалась с Дракулаурой, а тут она вот такая вот, скажем так, бюджетная. Хотя, сейчас вот я смотрю, вот никакой разницы, что она в коробке одиночная, что она с Дракулаурой, нет никакой разницы. В плане одежды, может быть, расширка. Но цена, обратите внимание, 25 евро за эту куклу, а это очень дорого. Также здесь есть очень крутая новинка, это Дракулаура из серии Ghoul to Bed из монстров летучей рыбы. И вот она, цена ей 30 евро. У нее есть в комплекте крылышки. А еще здесь есть Клёпа Челлингтон Фрик Ди Шик. И ей цена, вы даже не поверите, 40 евро. И если умножить на 80 по курсу, будет даже дороже, чем в России. А рядом с фантяшками расположились DC Super Hero Girls. Итак, мы видим бюджетную, без шагов, кукол. Также вот такую прекрасную Wonder Woman, которая при нажатии этого рычага, как мы видим, поднимается и светится руки. Оп, она! Ха-ха-ха! Побежала. Также есть чит. И другие пластиковые фигурки и повторки.
Что ж, а на сегодня наше турне по Toys R Us заканчивается, так что следите за новостями, обязательно будет вторая часть и полное продолжение охоты на кукол и в других магазинах также, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вы ждете это видео. Также подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки будут тут и в описании, и смотрите следующее видео. Бекум, крейзи, пока-пока!